У нас анонсик попался нам, или мы ему попались, хер его знает, как правильно. Давайте не. Сейчас, не надо, не надо. Вот, Chevrolet Cruze. Хорошо его тут поколотило. Что-то он не хочет сниматься. Цвет интересный. Вот, теперь стало видно. Его хорошо прям полупило. Но поскольку я считать умею только до 10, я считать не буду. Но уже даже и так, по-моему, хорошо видно, что ему досталось. То есть мы тут, мягко говоря, не важнец. Попробуем, что с него получится. Ну вот он наш капот. Поближе на него смотрим. Сейчас попробуем что-нибудь с ним сделать. Что-нибудь. Что получится, то не получится. Вот возьмем вот эту часть. Вот этой этикетки. Да, ссыкуна, как бы квадратом так. И попробуем что-нибудь наделать тут. Тут, кстати, даже и здесь есть. Цвет прикольный, синенький. Ну ладно, огонь. Время у нас 7:30. Посмотрим, что. Заехал к нам Chevy Cruze. Вот такой вот, слегка битый градом. Красивый, модный. Ну, побитый. Убитый. На липучке, блядь, август месяц. Вот. Надо будет его ковырять назад, делать. Ладно, посмотрим. Сейчас тут такое освещение, что особо не фоткаешь. Это так, тут все блестит и все сходится. Ладно, пусть отдыхает. Ну вот что у нас получается. Металл, конечно, шоколадный тут делается не очень легко, но кое-что все-таки получается. Вот такой анзик. Так, что там? 9:30. Пора домой? Пора домой. А то за прогулы могут нас это...